О, боже мой, ну вот не успели выйти из машины, буквально 1,5 метра отойти. Вот она, лесная клубника. Посмотрите, какая спелая, сочная, красивая, вкусная. Ну, ой, сколько ее тут много. Ягоды тут везде, прямо под ногами. Правда, в большинстве своем они мелкие. Это последствия сухой и жаркой погоды. Но вкус от этого земляника ничуть не потеряла. День будний, поэтому ягодников немного. Фаина Васильевна специально заехала сюда, чтобы собрать щедрый лесной урожай до того, как здесь начнется нашествие городских. На выходных на этой полянке будет не протолкнуться. Семья очень большая. И делаю и джем, и замораживаю, и варенье. 50 стакана заморозила и 6 литров сварила варенье. Очень хороший урожай ягод, клубники. Вот только собирать ее непросто. Чтобы наполнить вот такое ведерко, нужно кланяться земле не меньше 3,5 часов. Неудивительно, что просят за землянику, несмотря на такой хороший урожай, весьма немалые деньги. 3-литровое ведро на трассе можно взять за 500-600 рублей. А вот в городе одна баночка обойдется вам уже рублей в 300. Как согнулся 3-4 часа, так и не разгибайся. Потом и ноги, и спина, и все на свете отнимается. Мы выбираем по одной ягодке, самые крупные стараемся, мы мелочные. Самые крупные стараемся, там 2-3 ягодки снять с кисточки. А вот свежих грибов ни на обочинах трасс, ни в городе пока не найти. Все, что нам удалось обнаружить в Красноярске, объехали мы 4 рынка. Это единственную мисочку лисичек, привезенную из глухой тайги. И то, выглядят они как сушеные. Это солнце постаралось. Люди боятся, что из-за отсутствия дождей этим урожай грибов и ограничится. Но мы решили побороться с их страхом и сами пошли в лес. Ходили долго, но ищущий добрящет. Несмотря на то, что специалисты говорили нам, что сегодня на эти грибы шансов у нас нет никаких, слишком жаркая и сухая погода стояла этим летом, как мы видим, первые маслята уже пошли. Давайте выкрутим их по всем правилам. Вот, чистенький. А запах... А рядом притаился сухой грусть, значит, сезон тихой охоты все-таки на подходе. В ближайшие 2 дня в крае обещают дожди, так что через неделю-две заветные шляпки наконец пробьются через лесную траву. К слову, срезать грибы не советуют. Лучше их выкрутить, а ямки от них присыпать землей. Тогда можно быть уверенным, что и на следующий год на этом же месте можно будет собрать хороший урожай. Интересно, что растут грибы до самого первого снега. Маслята последние можно собирать еще... Последние маслята, последние белые, последние рыжики. Уже после заморозков, уже когда даже вот где-то вот столько может снега выпасть, а гриб будет целый. Самый хороший гриб, потому что уже червяка заморозками все убило. Так что готовьте лукошки, спрей от комаров, средства связи, чтобы не заблудиться, и на старт. Будет обидно, если все грибы соберут без вас. Но про меры предосторожности тоже важно помнить. Мы все-таки в Сибири живем. Самое страшное, что если медведица там... Там медвежата же они как дети, могут подбежать к тебе, она увидит, она сразу порвет за детей. Так что если что-то заметила от медведицы, лучше потихонечку сразу уходить. Посмотреть в глаза нельзя, ну и потихоньку отходить от нее. Можно кричать, можно... А, боится стук железа. Железо об железо бьешь, вот он боится, уходит. О плохом, конечно, много думать не стоит, но лучше быть к нему готовым, чтобы не превратиться из охотника в добычу, и прогулка по лесу с ножом и лукошком принесла одно только удовольствие. Прямо как нам сегодня. Алина Штоколова, Андрей Крупнов, Енисей, новости.